На своем канале с вами Юлия, и сегодня небольшое видео о моей законченной работе. Еще не стирала, не гладила, и попозже объясню почему. Итак, напомню, что это в таком вольном переводе праздничный херувим, дизайн от Mirabilia, который относится как free charts, то есть бесплатный дизайн. Взяла схему на официальном сайте, очень мне понравились вот эти ангелочки с вот этими великолепными крылышками. И выбрала я два дизайна, вот этот и еще один. Здесь играет на арфе, а второй у меня будет со скрипкой. Поэтому не гладила, не стирала и не буду пока оформлять, пока вот в пару не отошью второго, и тогда уже вместе их подготовлю к оформлению. И оформлять буду одинаково. Будет у меня такая композиция, комплект, так сказать, если можно выразиться, к моим почти идеальным ангелочкам от Dimensions, которые уже отшиты и оформлены. И чуть-чуть хочу сказать о работе. Шилось очень хорошо, легко, хоть из качества схемы, которая была распечатана, достаточно такая она была смазанная, если так можно выразиться. Вот эта схема. Здесь я отметила только середину и дальше уже шла по самой работе. Материалы у меня были все по ключу, кроме металлизированной нити. Здесь предполагалось 5282 DMC. Я заменила на металлизированный треник. Сразу расскажу про нитки. Шила все остальное по ключу DMC. А какой креник? Сейчас, ну, что касается того, который шел в бленде с ниточкой и просто отшивался, это Blending Filament 002 у меня был. Сфокусируется, будет видно или нет. Наверное, ничего не будет видно. Так, что-то не хочет фокусироваться. Золотистый такой цвет. И второй, тот, который я использовала для выкладной вот этой нити, сделать струны у арфы. Это тоже 002, но четверка. Так, вот это тот креник, который у меня использовался. Бисера в этой работе нету. Что касается ниточек, все они у меня были в такой коробочке. Да, и вот еще как раз хорошо, что я открыла эту коробочку. Вот такая ниточка под номером E5220 или 5272. Это такая, как тут, ну, в принципе, эффект жемчуга, перламутра. Тоже такой интересный металлик. Я его использовала для отшива белого цвета в крылышках вместо просто обычного белого цвета DMC. Так, что касается, сейчас покажу поближе, пришивание вот этих струн у арфы. Так, не знаю, видно или нет. Снимаю, как всегда, ночью. Очень сложно у меня со съемкой в последнее время. Ребенок не дает спокойной обстановке это сделать днем при свете. Получается только по вечерам. То вот эти струны я пришивала вот такой обычной китайской ниткой. Все ее, наверное, прекрасно знают, этот металлик. Вот для пришивания выкладной нити это просто идеальный вариант. Просто идеальный. Так, основа. Отшив я делала на вот таком льне от Zweigert Belfast 32 каунта. Цвет, вот он, 4 единички через дробь 3609, с перламутровым таким блеском. Очень красиво на нем выглядит. Вот у меня осталась вторая половинка кусочка для второй схемы ангелочка. Материалы, что самое интересное, на ней будут те же самые, вот чем меня еще и привлекла идея этого оформления. Единственное, что будут использованы, кроме всего прочего, два цвета
бисера. Вот один Милхил 02011, часто используемый. Так, и второй крупный такой, тоже стеклянный бисер 16605, размер 6. Ну, этого стандартный размер. Вот будет единственное отличие по материалам. Это основа та же. Цвета ниточек мулине, по-моему, те же, только там будет, по-моему, еще один добавлен, на один цвет больше. Два цвета бисера. Металлик точно такой же будет использован. Даже там, по-моему, во второй схеме не нужен будет blending filament, насколько я помню. Но могу ошибаться, потому что, да, там, по-моему, его не будет. Здесь металлика нет в самих крестиках, здесь только тоже будут струны скрипки выкладываться металлизированные нити. Ну и вот, собственно, и все, что можно сказать по материалам. Хотелось бы как-то показать работу поближе при таком решении, насколько это возможно. Ну вот, если так посмотреть, то возможно, что и видно, что блестит. Вот, если вот так навести. А так она очень блестит, вся работа. Настолько она шикарно смотрится, несмотря на то, что ее размер 15 на 15 сантиметров. Она такая малепусечка. А эти крылышки вообще, ну, просто шикарно выглядят. И вот этот жемчужный цвет, он немножко белый переливается. Вот такая красота. Так что вот на днях начну второй дизайн. Большое спасибо за просмотр. До новых видео, до новых крестиков и до новых готовых работ.